Здравствуйте, дорогие друзья и зрители моего канала. Так случается, что иногда нужно удалить аккаунт в системе Google. Причины могут быть разными, у каждого она своя. Поэтому не будем тянуть кота за его причинные места, а сразу приступим к просмотру моего совета. Поехали! Для начала посмотрим предостережение Google. После удаления аккаунта будут потеряны все данные и контент, связанные с аккаунтом, в том числе электронные письма, файлы, календари и фотографии. Вы не сможете пользоваться сервисами Google, для которых нужен аккаунт, например, Gmail, Диск, календарь или Google Play. Вы потеряете доступ к подпискам и приобретенному через этот аккаунт контенту на YouTube и Google Play, например, к приложениям, играм, музыке, сериалам. А значит, вы потеряете доступ к своему каналу на YouTube. Итак, после предупреждения вы все равно решили удалить аккаунт. Для этого нужно зайти в раздел «Данные и конфиденциальность вашего аккаунта Google», найти вкладку «Удаление», кликнуть по ней, ввести пароль и далее следовать подсказкам. Ссылка на данный раздел находится в описании к этому видео. Ну а у меня сегодня все. Спасибо вам огромное. Остаюсь с вами, ваш Андрей Бабайко. Всем пока-пока.